Грибы шиитаки с картошкой готовятся так же, как и другие грибы, одно исключение. Шиитаки готовятся быстрее. Следует знать, что в случае шиитаки используются только шляпки, ножки обычно выбрасывают. Как приготовить грибы шиитаки с картошкой? 1. Картошку очистите и промойте. Разрежьте на 2-4 части в зависимости от величины картофелин. Поставьте варить в подсоленной воде. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Необходимые ингредиенты. Грибы шиитаки 300-400 грамм. Картошка 6-8 штук. Луковица 1 штука. Масло сливочное 30-40 грамм. Сливки 100 миллилитров. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Петрушка по вкусу. Укроп по вкусу. Количество порций 3-4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока!